Зайшов, запіш заховався, виділивала, виговаривала, виділивала, виговаривала, проти милого стояла, розговаривала, проти милого стояла, розговаривала, виганяй маті коваля з хати, виганяй маті коваля з хати, бо коваль молодой хоче ночувати, бо коваль молодой хоче ночувати. Виділивала, виговаривала, виділивала, виговаривала, проти милого стояла, розговаривала, проти милого стояла, розговаривала. Ой, доню моя, чого скрипну ложко? Ой, доню моя, чого скрипну ложко? Ой, мамка моя, покусала мошка. Ой, мамка моя, покусала мошка. Виділивала, виговаривала, виділивала, виговаривала, проти милого стояла, розговаривала, проти милого стояла, розговаривала. Я послала мяне мать, побелую мать, я послала мяне мать, побелую глину. Я ж ей принесла малую дятину, я ж ей принесла малую дятину. Это ж тебе мамка, да за твою ласку, это ж тебе мамка, да за твою ласку. Колыхала мяне, колыши Тараску, колыхала мяне, колыши Тараску. Выделывала, выговаривала, выделывала, выговаривала, против милого стояла, разговаривала, против милого стояла, разговаривала. Добрый вечер, Гомель! Наш очередной эфир открыл народный ансамбль народной песни «Славяне» Гомельского технического университета имени Павла Осиповича Сухого. Уважаемые славяне, эти аплодисменты вам! Присаживайтесь, пожалуйста. Друзья, ну а на календаре 21 марта, и мы с вами встречаемся накануне белорусского праздника Сорока. Именно так и звучит тема нашей сегодняшней программы. Дорогие друзья, о том, что весна уже на пороге, мы говорим с последних дней февраля. Ждем ее родимую, но в этом году она почему-то не спешит. И сегодня мы попытаемся разобраться, сколько морозов нам еще предстоит выдержать, сколько птичьих стай встретить до наступления настоящего весеннего тепла. Узнаем, на какие приметы стоит обратить внимание в день весеннего равноденствия и каким традиционным блюдам отдать в этот день предпочтение. Вы, уважаемые телезрители, можете присоединиться к нашему разговору в Вайбере. Его номер на ваших экранах. Или позвонить к нам в студию 34-22-43, предложив свой ответ на вопрос. На какие приметы обратить внимание в день весеннего равноденствия? Ну а мы начинаем и познакомимся ближе с коллективом «Славяне». «Славяне», добрый вечер. Добрый «Славяне» вечер. Это Наталья Богданова, руководитель, Ирина Коржова, Надежда Барсукова, Константин Масюкович и Елена Ковтунова. Еще раз добрый вечер, мы рады добрый видеть вечер. Вас у нас в гостях. Ну вот название «Славяне» и выбранное вами направление музыкальное, ну, наверное, оно обязывает знать традиции своих предков. Как вы вообще к народным праздникам относитесь?
Ну, мы участвуем во многих мероприятиях, народных праздниках, которые проходят у нас в городе. Ну вот последнее, самое интересное, которое вас впечатлило и в будущем? Ну вот недавно, в феврале месяце, мы съездили на рождественский фестиваль в Киев, город Киев, международный фестиваль «Рождественская колядка». И представляли вот. Белорусские да, традиции. Да, представляли белорусские традиции, были одеты в национальные строи. И подготовили такую традиционную рождественскую программу. Именно традиционные рождественские песни Гомельской области исполняли, и манера исполнения. Сколько песен? Три песни исполняли. Три песни, это здорово. Как принимали украинцы? Мы не ожидали, но все с восторгом подходили, спрашивали, откуда мы. Вот, очень понравились наши костюмы, наши песни, наша программа. Это очень здорово. Скажите, я просто обязана вам задать этот вопрос, который задаю зрителям. А вот вы за народными приметами какими-то следите? И вот завтра, такой знаковый день, 22 марта, это раньше Новый год начинался даже в этот день. Говорят, что нужно наблюдать за чем-то. Вы будете это делать? Ну вообще, примечаете что-то в природе? Ну, день становится длиннее, ночь короче. Ну, весна, да, конечно. Да. Завтра день, ну, уже несколько дней день равноденствия. Весенний, да. Да, время дня равно времени ночи. Ну, а 22 марта, по традиции, день весеннего равноденствия. Ну, наверное, завтра можно и птиц считать, и смотреть по величине, какими лужи будут. Тогда все у нас сладится. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашем репертуаре песни, призывающие весну? Ну, мы над этим работаем, потому не что... Не пели славяне, потому Наталья весна у нас медленно идет. Работаете, то есть пока в репертуаре нет весенних песен? Пока нет. Ну, я просто не верю, что вы не знаете ни одной веснянки. Знаем. Знаете? Пропойте, пожалуйста. Ну, можете вот просто экспромт так. Экспромт будет. Да. Аго, весна, аго, красна, ой, что ж ты насла? Старым бабкам по киёчку, а девочкам по веночку. Спасибо, Наталья. Весна вас услышала. Не говоря уже о наших зрителях, которые просто в восторге от такого исполнения. Благодарю. Ансамбль «Славяне» — это чисто студенческий коллектив? Да, этот коллектив был... С 98 года. Это получается начало. 20 лет коллективу в 18 да, году, в этом году, да? Юбилей, да. Но я не первый руководитель этого коллектива. Вот. Вы очередной руководитель, но успешный руководитель, и это очень приятно. Наверное. Это очень приятно. Скажите, как вы переживаете вот эту постоянную смену состава? Только пришел студент, только распелся, только вы вместе съездили на фестивале, поучаствовали в обрядах, и приходится уходить. Как? Ну, конечно, грустно становится, когда уходят хорошие студенты, но радует то, что они приходят работать На свои рабочие на свои места, рабочие места, да, и гордость берет за то, что наши студенты представляют какое-то предприятие, на котором они В будущем. В будущем, будет. Да, будут работать. И там же тоже есть различные художественные... Ну, художественная самодеятельность, да, художественная коллективы, конечно. Вот, наши студенты поют, представляют также наш университет и берет гордость за то, что они учились в университете Сухого. И когда-то пели. Это очень здорово. Наталья, но я предлагаю не оставить без вопроса наших зрителей. Ну, так принято. Гости задают вопрос телезрителям. Вы, уважаемые телезрители, его выслушаете. И если знаете ответ, можете позвонить 34-22-43. Я хочу обратить ваше внимание, что в Viber мы ответы не принимаем. Только, пожалуйста, по телефону. Итак, Наталья, ваш вопрос. Уважаемые телезрители, такой вопрос. Как еще называют народный праздник сороки? Ну, сороки, сорока. Да. Как еще называют народный праздник сороки? Ну, само собой, в народе. Да. Какие еще названия? Если хотя бы приблизительно попадете, Наталья присудит вот такой приз. Я его держу, Наталья, показываю крупно. Вот а вы расскажите, птушки. Что это?
Это две птички ручной работы. Две птички, это брелок. Нет, подвесочка, да? Кулончик, кулончик. Да, на шею. Так, если развернуть веревочку, то можно повесить. Это ручная работа, очень ценная. Что обозначает этот кулончик? Ну, вообще здесь две птички как символ любви. Вот. А также птица – это символ прихода весны. Да? Так, и праздника 40. Все правильно. Да. Ну вот просит режиссер раскрутить, размотать. Ну вот все сделаю так по просьбе нашего режиссера. Вот такие чего не сделаю, чтобы зрители из увидели. Из глины птички. Вот так. Симпатичная, правда, Наташ? Это для того, кто первым правильно ответит на вопрос. Как еще называли в народе праздник 40, 40, как угодно. Спасибо большое. Дорогие друзья, вопрос вы услышали. Звоните, пожалуйста, еще раз повторю номер телефона 34-22-43. Предлагайте свои варианты и не забывайте о вопросе эфира. На какие приметы обратить внимание в день весеннего равноденствия? Предлагайте ваши версии. Кстати, я вот обратила внимание, что уже первое сообщение в Вайбер нам и пришло. На стречении петух... На стречении петух должен воды напиться и на... А, на стречении петух должен воды напиться, а на 40-е вол, пишет Лидия Ивановна. Так ли это? Не знаю. Вот что скажут на это наши фольклористы, которые изучают традиции, обряды, приметы и поверья наших предков, делают и собственные выводы. Встречайте, пожалуйста, Валентина Новак, доктор филологических наук, профессор Гомельского державного университета имени Франциска Скорины, Алена Кострица, кандидат филологических наук, доцент названного университета, и Александр Докукин, студент названного университета. Добрый вечер. Добрый. Чем дать вам слово, я хочу пропоновать слово нашему глядачу, потому что питание эфира уже прогучало, и есть первый отказ. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга, вы услышали вопрос, который задала Наталья Богданова, как еще в народе называли праздник 40-40, да? Ну да, но я попробую ответить. Ну, возможно, вот прилетали птицы, может быть, жаворонки назывался этот праздник? Наталья? Есть такая версия, я не знаю. Ольга, это невероятно! Первый ответ и правильный ответ. Аплодисменты вам! Уважаемая Ольга, оставляйте ваши координаты редактору на телефоне. И вот такой кулончик, прекрасный кулончик, заговоренный на любовь и на хорошую погоду и на вечную весну в душе будет вашим. Все правильно, Наташ? Да, верно. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, звоните, пожалуйста. У нас припасены еще вопросы для вас, поэтому будьте активными и в Вайбер не забывайте писать. Вот такое у меня питание. А кроме того, что 40-ки, 40-ки, жаворонки, яшеки назвы. 40-мученики. Так. Так само есть такая назва. Шмат назва у этого свята. Валентина Станиславовна, ну что это за назва такая? 40-40. Тут от якого слова? От 40, ти от 40, ти от якого? Ну я зараз приведу некалькі прикладов, напевно, якія патлумачаць усё ж таки магічний сенс гэтай лічбы 40, якая не простая, ось па сваёй сімволіцы ў традыцыйнай культуры не толькі беларусаў, але ўвогуле славянскіх народаў. Ну вот глядзіце, калі ласка. 40-й день пасля смерці чалавека, ён вызначальны для лёсу душы нябожчыка. На 40-й день хрысцілі дзіця, звычайна было прынята. Так? 40-й день абазначаў вось як бы завяршэнне мядовага месяца пасля вяселля. Угу. Так? Упершыню чую, на 40-й день паміналі памерлых. Угу. Так? І вось калі ласка, вось лічба 40 з аднаго боку звернута ўсё ж такі у свет продкаў, так? А з другога боку лічба 40 падказвае, што напэўна гэта своеасаблівы такі трансфер з аднаго свету, з рэальнага зямнога у іншы свет. Угу. Але вось мне спадабалася адно тлумачэнне, яно проста адзінае.
сярод этнографічних записів на Добрущині, по-моєму. І там потлумачили так: присвяток, значить, це моє слово у народному календарі, значить, свято примірковано до ушанування 40 мучеників, які пакутували за віру. А ось бабуля розказала, що саправди, ось гэты люди, их они не хотели адракаться от веры Христа. Их примушали, здекывались, они проходили праз пакуты, ходили босыми по лёду там. И они повинны были ступать по огні. Але все ровно яны засталіся верными своей веры. Ну, это как бы одна из версий тлумачения назвы гэтага свята. Значит, але все ровно гэты присвяток, хоть он и мая, напевно, у вас это другое питание, язычницкое похоже. Вот я и хотела спытать. Правильно? Корони язычницкие, а свято христианское? Ну, христианская церква пристосовала и переасенсовала этот термин. Вельми мудро зробила, на мой погляд. Потому что свято саправды по основе язычницкое. Сороки – это поминание померлых. Отсюль, вот и идет вот эта язычницкая основа. Ну и пристосованный, переасенсованный. Но мне подается, что христиане все ж таки не к застярогой ставились до этой колькости 40, а вось у даденого выпадку, у святе, такое ж добрая колькость, правда? Ну, для народа было вельми важным. Например, треба было полечить, сколько еще этих морозов будет, потому что еще до лета далеко. И уже саправды 40. И повинны были отличить 40 морозов с этого дня. Не хочется, конечно, как были еще эти морозы, а летом не меньше. Их повинны были еще чакать не выпадково, потому что некоторые информаторы нам расповедали, навод рыхтовали обрадовое печиво на каждый день. И повинны были каждый день съесть одну, например, эту галёпу, ці птушечку, галочку, для того, как закончились эти морозы. Я зрозуміла. Шановные глядачи, с завтрашнего дня отличиваем 40 морозов, ставим палочки, ці галочки на отворот, птушечки малюем, так, лічим морозы. Ці справдятся, скажем так, законы, якія были ранее у наших предков. Ці отбывается что-нибудь у природы, ці саправды 40 морозов. У нас добрая такая магчимость есть. Дня, пэўна, вось гэтым дням весеннего и осеннего равноденства не только белорусы надавали такое магичное значение. Не только белорусы, Алена. Ну, абсолютно докладно не только белорусы, покольки все ж таки гэта спрадвеку у многих народов, гэта початок Нового года, тому гэтыя дні лічацца такими сакральными у шматликих народов свету. У нас в университете навучается великая колькость студентов туркмен, и у их сёння почалася свято, якое называется Наўруз. Гэта новый день. То есть самое, гэта по сутности свято, присвеченное весновому равноденству. И мне есть такое любимое свято, я заўсёды так само говорю студентам, это, напэўна, мое любимое іншаземное свято, это свято Холі, свято фарба у Індии. Калі яны таксама збіраліся, не гледзячы на розныя там кастовыя прыналежнасці, кідаліся друг у друга адзін у аднаго фарбамі і просто святкавалі гэты надыход, напэўна, нечага новага. Таму, ну, гэта так традыцыйна для многіх народаў. Ідэя пачатку, да. Мы, шаноўныя госці, не можам пакінуць без пытання нашых гледачоў. А я ведаю, што вы прыпаслі гэтыя пытанні і нейкія падарункі нават за правільныя ці лепшыя адказы прыгатавалі. Калі ласка, хто нам агучыць пытанне ці прапанову? Ну, магчыма, это нават не пытанне, а нейкая такая прапанова. Паколькі мы сёння адзначаем, так, амаль пачатак Нового года, набліжаем, да, так, набліжаем, то вельмі хочацца, каб народ праспяваў. Таму сёння ў нас два падарункі. Для, я пакажу. Напэўна, да, для, напэўна, двух гледачоў. Мы тым, хто праспявае вяснянку, альбо раскажа вяснянку, і тым самым наблізіць вясну, хочацца ж жыць цеплыні, мы падаруем кніжачкі. Адна кніжачка прысвечана вясельнай традыцыі, другая – замоўнай традыцыі. І акрамя гэтых кніжачак мы яшчэ падаруем два цудоўных пернічкі з сімволікай вясны, сімволікай лета. Ну і, па сутнасці, тое, аб чым казала Наталля, гэта амаль магічная функцыя. Той, хто атрымаў
атрымае гэтыя падарункі на працягу года, будзе шчаслівы, вясёлы, здаровы. Ну што, мы прыгатаваліся слухаць вяснянкі ў выкананні нашых гледачоў. Так што, шаноўныя, будзьце актыўнымі, калі ласка. 34-22-43, нумар нашага телефона. Александра, я хачу спытаць, а вось як гэтае свята 40 у нас у вобласці святкуюць? Пэўна, вы як студэнт не раз выязджалі на, як гэта называецца, у экспедыцыі фальклорныя. Калі ласка. Сапраўды, гэтае свята святкуецца, але ёсць пэўныя асаблівасці лакальныя. Ну, найперш гэта спяванне вяснянак. Ось то, аб чым казалі. Гэта вельмі важна. Так, самае папулярнае гэта, канешне, «Волбу шуе, вясну чуе» у розных варыянтах, можа, гледачы знойдуць яе. Ну, некаторыя, пэўна, ўжо паралелі правялі з калядкамі, там, як там, шадрую каўбасу чую, так. А тут «Волбу шуе, вясну чуе». «Вясну чуе, вол», добра. Так. І, канешне, пяклі абрадавае печыва. Гэта жаўранкі ці галачкі, іх маглі даваць людзям альбо нават падкідваць, каб наблізіць гэты надыход вясны. Падкідваць уверх? Не проста падкідваць наверх, але злавіць. Каб злавіць, так. Ну і, канешне, ламалі трэскі, разрывалі вяровачкі, каб ужо надышла хутчэй вясна. Ну, гэта мы абавязкова зробім, бо ў нас прыпасёныя і трэскі, і вяровачкі. Мы, каб ужо напрыканцы перадачы, каб гэта запомнілася, каб кожны з нашых гледачоў абавязкова дома зрабіў так. І разам усе і наблізім гэтую нашу доўгачаканую вясну. Дарэчы, у нас ёсць ужо тэлефанаванне. Давайце слухаць, магчыма, чарговую вяснянку. Добры вечар. Да, здравствуйте. Здравствуйте, вас зовут? Ірина. Ірина, скажыце, вы гамельчанка или вы из райцентра звоните? Да, з Гомеля. Вы из Гомеля, так. Вы хотели бы пропеть вяснянку? Ну, наверное, если оно так. Я не уверена. Так. Ну, мы даже поаплодируем. Ирина, ваш звездный час. Начинаем? Да. Когда-то женщину выпекали из теста 40 жаворонков и называли, наверное, весну так. Жавороночки, прилетите, краснолесенька, принесите. Ірына, дзякуй вам. Мы запомнілі, як вы гучна выканалі гэту цудоўную вясняначку. Запісваем ці запамінаем. Наш рэдактар запісвае. Алена, Валянціна, Александр, запамінаем. Бо нам абавязкова трэба будзе вызначыць напрыканцы перадачы, хто ж лепшую і хто найпрыгажэй за іншых заспяваў гэтую вяснянку. Дзякую. Ну што, яшчэ ў мяне такое пытанне. Вось на якія прыкметы звярталі ўвагу нашы продкі ў гэты дзень 22 сакавіка? Што прыкмячалі? Прыкмячалі абсалютна розныя рэчы. Безумоўна, як ужо гаварылі, прыкмячалі надвор'е. І па сутнасці, наконт вось гэтых 40 маразоў, лічылі продкі, што доўжыцца яны, напэўна, будуць да 22 мая, да самога Міколы. Прычым гэта нават не маразы, а прымаразкі, яны ў асноўным бываюць раніцай. Прычым некаторыя, хачу такую яшчэ карактыроўку ўнесці, каб народу ўсё ж такі шчаслівей жылося, лічылі, што калі на 40 ўсё ж такі маразы, то будзе не 40 маразоў, а 20. Таму ў нас ёсць яшчэ шанс на 20 маразоў, а не на 40. Ну, мы ж дамовіліся, што мы будзем птушачкі ставіць колькі дзён. Так, вось і паглядзім. Заўтра там якое ў нас надвор'е, ніхто не глядзеў. Ну, здаецца, лёгкі марозец такі, лёгкі. То можа быць толькі ўсяго 20. Палічым. Галоўнае, каб заўтра вол вады напіўся за вуглом. Таму што, калі нап'ецца, то вясна будзе ўсё ж такі тёплая. Значыць, наша Лідія Івановна, которая напісала в Вайбер, на стрэчэнне петух должен вады напіцца, а на 40 вол, это правільнае наблюдзенне. Гэта абсалютна дакладнае. Прычым, вось, калі мы пра 40-20 маразоў у розных раёнах сустракаем розныя запісы, то наконт таго, што вол павінен вады напіцца, проста хто гаворыць са страхі вады напіцца, хто гаворыць за вуглом напіцца, гэта абсалютна дакладна. Да, Адлігі.
Цудовно. Але ж треба і погукати ще вясну. Безумовно. Правильно? Тому що менавіта на 40 гукали вясну. Не тільки гукали на 1 соковіка, на 40-ки, на 25 соковіка. Маю на увазі старий стиль. Так. А у Житковицькому районі, правильно, там суміщалося масленица і гукання вясни. Зрозуміло. Вибирали як дівчину цікаво. На ролю mm-hmm. вясни. Там було вельми багато цікавих моментів. Ось, не тільки обрадовая печива, гушкання на релях було, вибирали високе місце, залазили навіть на стрихи хат, каб вишей до сонця, каб хутчэй цяхло прийшло. Хутчэй і яны хотіли, да. наші продки, і ми вельми да. хочам вясну. На Беларусь 4, дорогі друзі, добрий вечір, Гомель. Ми інтересуємося, на які приметы завтра обратіть особое внимание і узнаем секрети їх народної розшифровки. І, звісно, готовимся з песнями встречать 40. День равноденствия і пернатих вестников весни. Там на горке казаки стояли, там на горке казаки стояли. Стояла, думала, казаченька молода, стояла, думала, казаченька молода, казаченька молода. Один казак не п'ёт, не гуляет, один казак не п'ёт, не гуляет. Стояла, думала, казаченька молода, стояла, думала, казаченька молода, казаченька молода. На Татьяну скоса поглядает, на Татьяну скоса поглядает. Стояла, думала, казаченька молода, стояла, думала, казаченька молода, казаченька молода. Ой, Татьяна, будь моя кохана, ой, Татьяна, будь моя кохана. Стояла, думала, казаченька молода, стояла, думала, казаченька молода, казаченька молода. Мы поедем с тобою кататься, мы поедем с тобою кататься. Стояла, думала, казаченька молода, стояла, думала, казаченька молода, казаченька молода. Там на горке казаки стояли, там на горке казаки стояли. Стояла, думала, казаченька молода, стояла, думала, казаченька молода, казаченька молода. Вот такими звонкими, веселыми песнями мы в очередной раз в этом году зовем весну. Присаживайтесь, пожалуйста, славяне. Народный ансамбль народной песни славяне Гомельского государственного технического университета имени Павла Осиповича Сухого. Я хочу задать вам вопрос, Наталья, или ребятам, Константину, девушкам Константину. Скажите, вот как студенты принимают вот эти элементы народной культуры, как студенты принимают песни народные, обряды. Ведь это не филологи, которые живут в этом. Вы знаете, что самое главное? Прежде всего, у руководителя должна быть любовь к этому делу, потому что если есть любовь к народному творчеству, то этой любовью ты заразишь и студентов. Заразила Наталья, Ирина? Конечно. А мне вот интересно услышать Константина. На каком курсе он заразился? Заразился. Может, такое не совсем курсе. Приятное слово. Ну, пели раньше? Ну, как сказать, то есть народная песня, нет, я не пел. То есть уже пришел в университет и с первого курса, наверное, прониклись. Это да. Здорово. Спасибо большое. Есть у нас телефонный звонок. Послушали славян и сразу вдохновились. Вероятно, веснянка очередная прозвучит. Добрый вечер. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы гомельчанка. Как вас зовут? Ирина. Века Ирина. Века Ирина. Вы откуда? Мы не услышали.
Я из Гомеля. И вы из Гомеля. Вы хотели бы исполнить «Веснянку»? Да. Пожалуйста, Ирина. Ой, весна, весна, весена, весеночка, где твоя дочка, Панена, Паненочка, сядется дочку, шиет сорочку, шиет сорочку, своему сыночку Василю. Васенечко, сядеть на скрине, шие пярене, шие пярене, твоей дочушце котяре, пярене, тоненько воде, беленько ко. Молодчинка! Тут вот Наталья вас уже запрошает в свой коллектив «Славяне». Як вы, вученица, студентка, ти працуете уже? Я узнала ее. Я вученица. А, вы вученица. З якой школы? 30-й, да? С 30-й, так? Я узнала. Вы бачите, вас уже познают, шановная глядачка. Добре. Дякую вам великий за ваш спів, такі добре. Ну, весна обов'язково прийде, я просто запевнюю. Дякую. Чекайте фіналу програми, не пропустите. Одно из объяснений праздника 40, название праздника 40 связано с птицами. Но название не в честь сорок. Это мы уже поняли, Валентина Станиславовна. А в знак прилета, по-белоруску кажучи, 40 выраяў. Это значит 40 стай, 40 видов птиц. А вот подтвердит ли эту версию специалист по пернатым, мы сегодня и узнаем. Знакомьтесь, пожалуйста, Роман Хлебин, заведующий отделом Гомельского государственного областного эколого-биологического центра детей и молодежи, председатель Гомельского регионального отделения общественной организации «Ахова птушек батьковщины». Роман, добрый вечер. Добрый. Ну и по-простому, просто орнитолог, наверное, так, да? Могу и так говорить. Можно. Да. Думаю, что можно. Прекрасно. Роман, неужели вот 40 видов птиц, 40 стай прилетает ко дню весеннего равноденствия? Ну, на самом деле, прилет птиц зависит от погодных условий, но вообще жизнь пернатых подчиняется солнечным ритмам, солнечным биоритмам. И в первую очередь, когда они начинают возвращаться в наши края к своим гнездам, они ориентируются именно вот на длину дня. И поэтому можно сказать, что да, сороки – это вот равноденствие, и птицы к нам начинают лететь. Ну а тут уже дальше они, когда летят, смотрят на погоду. Как то есть только становится, да, могут задержаться и дождаться тех моментов, когда станет теплее. Роман, скажите, вот обрадуйте, вы уже видели какие-нибудь стаи прилетевшие? Ну, на самом деле, первые приметы весны, они начинаются еще зимой. Вот уже где-то даже в конце января начинают петь у нас синицы. Они никуда не улетают, но вот уже чувствуют весну и начинают петь. Вообще, первая птица, которая, наверное, приносит нам весну, это белая трясогузка. А по-белорусски – плиска. И такая даже примета есть. Начинает ломать лед плиска, она так хвостиком вот по льду стучит. Так, так. Значит, весна близко. Вот плиска уже мы и видели, она уже прилетела, то есть весна уже к нам идет. Какая прелесть! Роман, я прям в восторге вот от этих... Ну вот же она весна. Хорошо. Ну вот мне кажется, что... Ну, не может всегда близко прилетать первая. Может быть, хоть когда-то ее опередил жаворонок или нет? Нет, ну, на самом деле, сроки прилета зависят даже не сколько от температуры, а сколько от наличия корма для птиц. То есть, если трясогузка прилетает, и она может найти какой-то корм, то, допустим, жаворонок, он покрупнее будет, ему недостаточно. Ну, следом за трясогузкой постепенно возвращаются и другие виды птиц. То есть закон, что трясогузка первая, да, он работает всегда, работает в любой всегда, год. Да. Вот. А потом уже жаворонки, скворцы, и тоже то есть уже, это уже середина весны. Определяет, понятно. Да. Роман, мы же сегодня и веснянки слушаем, и про птицы, про традиции узнаем, поэтому давайте время выделим нашему зрителю. Добрый вечер. Здравствуйте. Ой, какие у нас девушки активные. Нам очень приятно слышать вас. Как вас зовут?
Меня зовут Алина. Алина, мы рады. Вы будете петь «Веснянку»? Ну да, распою вам «Весняночку». Призовем весну. Так, но я сначала хотела бы спросить, скажите, вот завтрашний день такой знаковый, 22 марта, по сути день, как раньше у наших предков, начало Нового года, вот вы будете что-то примечать, замечать в природе? Ну, я знаю, такую примету, ее уже, правда, сказали в начале передачи, что вот 40 дней будет такая погода, как в первые дни весны равноденствия. Да? Также можно напечь вот этих булочек в виде птичек, жалобных. Так, так, так. И, может быть, весна быстрее придет. А, абсолютно точно. Ну вот вы знаете, тут Елена нас обрадовала, что не обязательно 40. Если завтра легкий морозит, то, возможно, только 20 морозов нас это ожидает. Хорошо. Ну а теперь ваша «Веснянка». Так. Стало солнышко припекать, припекать, землю стало золотом поливать, заливать. Громче стали голуби ворковать, ворковать, журавли к нам прилетели опять. А в лесу подснежники расцвели, много цвета вешнего у земли, у земли. Ой, ты ясно солнышко посвети, хлеба земля матушка уроди, уроди. Спасибо, вот такая современная «Веснянка». Спасибо вам. Обязательно дождитесь финала программы, и вы узнаете, кто же победил в нашем конкурсе. Спасибо. Роман, вам следующий вопрос. А сколько вообще вот видов птиц у нас на Гомельщине обитает, прилетает и живет постоянно? Ну, всего на Гомельщине такой статистики нет конкретно по Гомельскому региону, сколько видов птиц. Но вот в Беларуси обитает на данный момент 329 видов птиц зарегистрировано. Плюс еще несколько видов есть, которые зарегистрированы, но еще не утверждены орнитологической комиссией. Ну, большая часть из этих видов ее можно встретить на Гомельщине, потому что, наверное, вот наш регион, через него проходят миграционные пути птицы. Он такой один из самых богатых на птиц. Очень здорово. Ну, хоть... Нам везет же, ну да. Правильно, курортный под регион Беларуси. По Днепру и по Сажу, и по Припяти летит большое количество птиц. Причем очень много птиц, которые даже не обитают у нас, но именно через нашу территорию держат путь к своим гнездовьям туда дальше, на север. Ну, очень интересно открывать для себя вот какие-то новые повадки птиц, узнавать птиц, да, следить за их поведением. Жаль, что преимущественно это можно делать за городом. Или я ошибаюсь? Нет, ну, на самом деле птиц достаточно много и в городе, то есть достаточно большая группа птиц, которых называют синантропными, то есть это птицы, которые живут рядом с человеком. У нас в городе Гомеле есть парк, где очень большое количество видов птиц можно встретить. Также, опять же, водоемы, околоводные птицы можно встретить на водоемах. То есть совсем не обязательно уезжать куда-то далеко-далеко, чтобы... То есть важно присмотреться, просто научиться видеть. То есть порядка 40-50 видов запросто можно увидеть в городе. Угу. Если хотите увидеть 200 видов, да, тогда нужно попутешествовать. За город. Роман, я слышала, что школа бёрдвотчеров уже работает в Гомеле, это так? Да, у нас в Гомеле открылась школа бёрдвотчеров. Бёрдвотчеры – это те люди, которые любят наблюдать за птицами, то есть любители наблюдать за птицами. У меня сразу предложение придумать белорусское название вашей школе. Ну, вообще, мы над этим думали, и вот слово «бёрдвотчинг» как увлечению, белорусское название уже придумано. Так. Оно еще пока не прижилось, но, думаю, приживется. Это «птушкование». Птушкование. Как полевание, слушайте, только птушкование. Птушкование, ну прыгожишь. Да. У нас тут на угоде, а вот, как назвать такая... человека, который занимается птушкованием, еще надо подумать, подыскать какой-то это вам задание. Аналог. Алена Александровна, Валентина Станиславовна. Дякую. Так а кто может учиться в этой школе? Ну, любой житель нашего города может прийти на занятия школы. Мы встречаемся в Центральной библиотеке имени Герцена по воскресеньям в 11:30. Вот, и присоединиться к довольно большой уже группе людей. То есть что уже... узнают эти люди, которые придут в воскресенье в 11:30 в библиотеку? Но если они придут в следующее воскресенье, то узнают про тех птиц, которые обитают в лесах нашей страны.
Ну, а если они посетят все 8 занятий, 7 занятий, уже вот первое прошло занятие нашей школы, то они по итогу школы должны знать 100 видов птиц, которые можно встретить в Гомеле и в окрестностях. Это очень здорово. А я хочу предложить нашим зрителям вот такую авантюру. Да? Пусть они проверят свои знания. Роман предложил фонограммы пения, ну, звуков птиц. Голоса, да. Да. Голоса птиц. Ну, вы для себя, уважаемые зрители, узнавайте. Звонить нам не нужно, потому что вы просто не успеете. А узнавать сейчас птиц будут вот наши участники. Зрители и участники этой программы. Итак, я прошу режиссера первый птичий голос. Я думаю, что все услышали. Итак, ваш подсказок пока нет. Ваши предложения, Роман, не подсказывать. Соловей? Соловей предложила Ирина. Нет, не соловей, говорит Роман. Еще какие предположения? Из зрительского зала что, нет предложений? Да, синица! Да, это как раз та вот первая позывка, которая предвещает наступление весны. Это песня «Большой синицы». Это песня «Большой синицы». Синица на экране. Аплодисменты угадавшему. Пока наш режиссер готовит следующий голос, мы внимательно слушаем. Так, тяните руку. Достаточно. Варианты есть, уважаемые славяне? Костя, давай. Скворец. Скворец предложил Костя. Возможно, и скворец. Он, кстати, пересмешник, да? Ну любой? Да, но... Но это не скворец. Такой маленький кусочек был. Скворец просто такая птичка очень интересная. Она может подражать голосам многих птиц, и поэтому... Так, она это не скворец, да. Это не подражание, это да, не пародия. В данном случае, да, это не так, скворец. Так, еще варианты. Это он же. Приятно. Это он же. Говори, Костя. Потому что вот. Ты единственный мужчина в нашем составе. Не слышу. Дятел, говорят? Нет, это не дятел, друзья. Итак, ну, зрители бы подхватили сразу. Костя, у тебя же был вариант ответа. Костя, ну, пожалуйста, ваш вариант. Ты наш фундамент, давай, отвечай. Может, это соловей? Соловей! Да, а вот это соловей. Соловей, конечно. Я думаю, в мае мы их услышим. И вот в мае приглашаю всех принять участие. У нас будет такое мероприятие. Соловьиные вечера будут в Гомеле площадке организованы, где можно будет собраться вместе и послушать соловьев. Прекрасно. Ну и еще один голос, финальный. Самый сложный. Ну, Филин. Да, вот правильный Наташа ответ. Наташа предложила, Наташа Богданова говорит, что это филин, абсолютно точно, Роман, определили, да? Определили, да, это филин или пугач по-белорусски. Угу. Вот такой очень здорово, аплодисменты голос. Вам, самая Наталья. Самая крупная из наших псов. Вы чувствуете, Роман, какой интерес вызывают птичьи голоса? Я думаю, что если бы мы здесь вот видео показали птиц, да, тут множество вариантов было, и тоже было бы интересно. Кстати, Роман, вот наша зрительница Людмила пишет, ранний прилет аистов предсказывал хороший урожай льна. Вот скажите, орнитологи, они такие параллели проводят или нет? Ну, на самом деле орнитологи такие параллели не проводят. Ну, я думаю, все-таки народная мудрость что-то в этом несет. И если люди наблюдали и заметили, что такая закономерность есть, то, возможно, не зря появились такие вот поговорки, Лена, приметы. Что-то скажете по этому поводу? Ну, ранний прилет аистов. Орнитологи не наблюдают за льном. Это мы в Кармянский район обязательно адресуем вот это задание. Пусть понаблюдают, так? Однозначно. Ну да, по сутності, за прильотом птушек на Ізраїль, для чого? Каб поглядіти, який буде урожай. До речі, коли птушки летіли, їх було вельми шмат, то говорили про те, що урожай буде не вельми добре. А коли птушки летіли невеликими групками, то говорили про те, що урожай буде такі добре, що треба буде не по 5 мяхов на плечах носити, а тільки по одному.
Тому, напевно, да, птушки шмат чого говорять. Это, як, до речі, на кон зязюлі. Говорить, коли она на голый лес накукує. Накукує, то хоче за все злодіям не пощастить. І буде благий год. І да. Буде а коли на лістєвий лес, то буде багато. Ні, благий год для злодіїв. Ну, так. Тут есть разные варианты. Для урожайности. И для урожайности, кому что. А вот чему некоторым птушкам приписывали магичные якости? И каким что приписывали? В уголе птушки у народной традиции связаны с иншосветом. И это, ну, не здивляя. Мы сегодня не одно еще узгадывали жавороночков. Так вот, есть такое подание, что когда Господь Бог займался тем, что творил этот свет, то он взял камячок глины и подкинул его вверх. И так появился жавороночек. Тому, когда за жавороночками мы назираем, они вельми худко поднимаются вверх и также вельми худко падают вниз. И по сутности, вот, до речи, коли птушечек вот гэтых раздают, то зверните увагу на то, что птушечек вот гэтых печеных отдают кому? Отдают детям и отдают жебракам, потому что лечить, что коли ты и другие их возьмут, то безумовно, дякуючи им, яны трапятся у якости подарунка нашим продкам на той свет. Дякую великие, вельми такие значные назирание. И я хочу сказать, что наши зрители очень активны. Вайбер пишут, Алинка пишет. Обязательно обратить внимание, солнечная ли погода, а также есть ли мороз. Обратить внимание, идет ли дождь или снег. От этого будет зависеть лето. И вот еще так. Так. Если 22 марта мороз, ждать нам еще 40 морозов. Бррр, пишет Александр. В этот день пели песни веснянки. Чем больше и веселее пели, тем скорее шла весна красна, пишет Леонид. И еще. В этот день прилетает 40 птиц или 40 стай. Это действительно так, Наталья. И тому, кто убачить у гэты день птушины вырай, будут сприять поспех и счастье, пишет Алена. Абсолютно докладно. А можно еще такую параду на конт доброго? А то такие становчие все приклады приводят. Это нашим господинкам завтра так, на заувагу. Кто хочет добрую рассаду, садите завтра. А так само, кто хочет добрый урожай бульбы, ну это, напевно, той, кто в своих домах живет, треба сегодня бульбу с подполья достать, день потримать, а завтра назад ее туда закинуть. С каждой бульбины по 40 будет. Тут аплодисменты обовязково. Дорогие друзья, на Беларусь-4, добрый вечер, Гомель. Далее в нашей программе «Птицы из теста. Рецепт вкусной традиционной выпечки». Зачем печенье в виде куликов и жаворонков выставляли на крыше? И что можно было найти внутри таких печенюшек? И, конечно, без музыки мы не обойдемся. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, наколола ножечку на вишнёшку. Ой-ой-ой. Ой, ходила Машенька, ой, по садочку, наколола ножечку на вишнёшку. Наколола ножечку на вишнёшку. Болить, болить ножечка. Ой, дыня больно, дыня больно. Любил парень девчоночку, дыня долго. Любил парень девчоночку, дыня долго. Забирают парнишечку солдаты. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, забылася девчоночка попытать. Ой-ой-ой.
забылася дзяўчоначка, ой, папытаці. Ці мне замуж выходзіці, ці гуляці. Ці мне замуж выходзіці, ці гуляці. Гуляй, гуляй, дзяўчоначка, я гуляла. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тапче, тапче, чаравички, як топтала. Ой-ой-ой. Не кажите хлопцам правды, я казала. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. И не стяли ты постель белую, як ты слава. Твою постель белую, ой, пораскинуть. Яны тебе любить будут, да и покинуть. Яны тебе любить будут, да и покинуть. Ой, ходила Машенька по садочку. Эти славяне, славянки, молодцы. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы говорим о белорусском народном празднике 40. Мы слушаем песни, мы рассекречиваем обряды, народные традиции, говорим о том же, что завтра нужно примечать, что делать. У нас совсем немного времени остается, и мы уже говорили о печенюшках, о булочках, балабушках по-белоруску, так, куликах и жаворонках, як их называли у народе. Так, Валентина Станиславовна, я ведаю, что вы, как наши господыни, завтра это все зрабили, специально телефоновали у Житковицкий район. У Житковичи. У Житковичи. Я пошла записывать. Ой, якая сама уродженка з вёскі Сямігосцічы. Так. Ой, сямурацы, пробачьте. Сямурацы. Сямурацы. Так. Да речи, вельми цікавый рецепт. А называется у ей это бабашки. Так, галёпы, пишу бабашки. Бабашки. Так, что брали? Пол-литра воды, так, 6 столовых лыжек чакайте, суку. Чакайте, не поспеваю. Так. 6 столовых лыжек цукру. Воды. 6 столовых лыжек цукру. 2 столовые лыжки олею. 2 столовые лыжки олею. Дрожжи 50 грамм. Так, дрожжи. Скорочаю, 50 граммов, так. Так, соль, ванилин. Соль, ванилин, ну присмаки ванилин, все пошли, так. Так, разынки. Ну и самое главное, это мука. Олег, это все на вока. Размешивали тесто и ставили подыходить. Мука на вока? Муку так. Так. Они робили так тесто, как не прилипало. Ага, как не прилипало, шановные господыни. Как не прилипало. Это все подыходило, так, потом вымешивали. Выпекали эти бабашки. Выпекали бабашки, бабашки. Обовязково у форме птушечек. У форме птушечки. И обовязково вочка такое было. Были сушеные черницы, по-моему, они выкористовывали. Мне хочется сказать, что, шановные господинки, не переживайте, когда в процессе выпекания от птушечек застанутся только обрысы. Бо магичного сенсу от этого печива не стратить. Правда, Алена-то? Как раз таки вот у Житковичах, как раз таки, по слову Ганны Петровны Лой, этим бабашкам надавалось вельми такое магичное значение. Их брали, и когда болела голова у человека, то водили по голове. Так, и тогда говорили, сутихала боль. А я высведаю, что от добрых веснянок так само сутихая боль. Давайте слухать. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Екатерина. Екатерина, совсем мало времени, поэтому давайте пойте веснянку. Называется «Вол бушуя».
Так. Вот один куплетик. Скажите, вы гомельчанка? Да, я гомельчанка. Откуда знаете Веснянки? Я работаю в Доме культуры в деревне Березки. Очень приятно, очень приятно. Спасибо вам большое. Еще раз вам аплодисменты. Дождитесь финала программы. Александр, осталось у нас еще очень важное, у вас очень важная так. миссия. Ну, скажем так, финальные шаги сделать к тому, чтобы уже завтра наверняка пришла весна. Я знаю, что вы с собой принесли. Трэсачкі прынеслі, так, кавалкі тканіны, мы прапануем там. Гэта ўсё дзяўчатам. Давайце-ка. Ну, а, ўсім раздаеш. Так, і Валентіне Станіслаўне тады, і Раману, так. Што мы з гэтымі трэсачкамі? Давайце вы расказвайце, я буду раздаваць, а вы расказвайце, што трэба зрабіць. Дзяўчаткі, бярыце. Трэба пераламіць напалам. Так. Гэта міфалагічнае дзеянне, прадуцыравальнае. Лічылася, што гэта пераломванне трэсачак і адчыняе вароты вясне, то бок раскрывае вясну. Так, 3-4. Оп, сломали. Так. Вясна прыйдзе так. абавязкова. А вось гэтыя вяровачкі навошта? Вяровачкі, іх таксама переразали. І так. лічылася, што хутчэй маразы мінуць. Вы там разрываеце, разбіраеце, кладзіце дзяўчаткі сюды. Так, вясна абавязкова прыйдзе. Так, хутенька, хутенька, каб все паспець до фіналу. Так, дзяўчаткі атрымалі. Кавалачкі тканіны, так. Класка. Ну, это лишнее, так. так. А цяпер што? Ну, давайте разразайце, разразайце. Вось. Так, так нацягвайце. Не, давайте так, давайте я буду. І гэта мы робім што, Александр? О, маразы спыняем. Вот так. Мы спыняем маразы абавязкова. Гэта вам на памяць. Лічылася, калі зрабіць гэта, то можна ў гэты дзень не толькі сустрэць вясну, але пабачыць 40 птушыных гнёздаў. Так. 40 птушыных гнёздаў улетку, так? Знойдзеш абавязкова. Ну, гэта ўжо не веру, пэўна так, і абавязкова будзем сачыць за птушкамі, так? Ну, да, главное искать, і 40 гнёзд это очень несложно. Галоўнае, калі заўтра тёпла не будзе, мы Сашы прад'явім пратэзію. Да, так, так, прысаджвайцеся. Алена, а я ж ведаю, што вось, дарэчы, мы пра балабушкі, пра гэтае печыва пагаварылі, а можна ж было запякаць штосьці у гэтыя балабушкі, так? Безумовно. І варажыць. Дарэчы, абсалютна ў розных раёнах і ў розных вёсках нам распавядалі пра тое, што у балабушкі што-небудзь закладывалі. У некаторых раёнах бабіну, у некаторых раёнах манету, у некаторых раёнах пярсцёнак. Самае простае, калі што-небудзь трапляецца, значыць, у гэтым годзе пашчасціць. Калі дзявочая варажба, то альбо там замужа, альбо сустрэча суджанага, альбо багацце. У прынцыпе, мне падаецца, гэта такі добры шанс, альбо такая надзея на тое, што ўсё будзе цудоўна. Таму ўсе імкнуліся хутчэй разламаць гэтыя хлебцы, каб знайсці што-небудзь добрае. Вось я, дарэчы, не ведаю, ці разламвалі чырачку, якую пяклі ў Лельчыцкім раёне. Гэта фрагменты абрада Лельчыцкага раёна. Чырачка трошкі раней, чым 22 сакавіка. Ну, сэнс той жа, пэўна, праўда, заклікаць вясну. Там ходили до бярозы, пляли вянки, дзяўчаты, закидывали на бярозу, потым збивали, варажили про лёс, а інший раз на іншыя дрэвы закидывали. Гэтыя вянкі хлопцы шукали. И калі не знаходзілі чый-небудзь вянок, дзяўчаты плакали. О, значит, не быць ему пары. Шановныя госці, дзякуй вам за такія цудоўныя аповеды, за такія цудоўныя песні, але ж у нас застаецца яшчэ важная місія вызначыць дзве лепшыя вяснянкі, якія мы сёння паслухалі. Я хачу прапанаваць улічыць і тую вяснянку, якую спявала і Наталля, бо яна таксама нам сёння прапанавала самая першая, так? Ну, хто будзе вызначаць? Давайце дамовімся, так. Хто будзе вызначаць? Наталля, вы вашы прапановы. Хто, ну, як вам падаецца, якая вяснянка найбольш цікавая, гучна выкананая? Жанчына века, так, спявала, да.
мне вельми спадабалася. А, да. Была Ірина. Да. Так, другая. Давайте посоветуемся. Так, была Алина, якая сучасную выканала «Весняночку». Угу. Так, вось была, апошняя у нас дзяўчына. Екатерина. Так, 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 з бярозак. Екатерина. Катярына, да. Так. И, мне здаецца, яшчэ, падказвайце нам, шаноўная рэдактар на тэлефоне, падкажыце, хто... Ира, Ірына была другая. Дзве Ірыны было. Аліна сучасную спявала, Ірына... І апошняя Катярына, века, да? 30-я школа. Да. І, так, чатыры ж мы слухалі. Чатыры. Да. І пятая Наташа. А, дзве Ірыны былі. Дзве Ірыны. А у мяне ўвогуле прапанова, давайце аплодысментамі вылічым. Да. Ка мне ўсе стараліся. А, прапанова. Да, да. Ну, гэта хто? Не, гэта да? Складана. Я думаю, што і часу вельмі шмат зойме. Мне спадабалася ўсь гэтая дзяўчына са школы, другая, напэўна, яна была, да? Ірына. Ірына, да. Ну, это маё. З 30-й школы, так? Да. Так, добра. Ірына, ну, а другая? Давайте дадзім Екатерине. Давай. Катярыне. Ірына з 30-й школы і Катярына, якая з дома культура Бярозкі, так? Гэта вашы зборнікі, цудоўныя зборнікі. Гэта ваш этот зборнік. Гэта ваша печыва. Вось у нас два таких. Калі ласка, звярніцеся заўтра абавязкова да нас і вы забераце свае падарункі. І дарэчы, у нас жа ёсць і чалавек, які выйграў гэтую цудоўную падвеску. Так што не забывайце, прыходзьце да нас. Вось яна. Праграма пра вясну. Вось яна праграма пра свята 40. Я дзякую ўсім удзельнікам сённяшняй праграмы. Хочу сказать, что сегодня вы, уважаемые телезрители, вместе с нами в который раз встречали весну с песнями и играми, рецептами и сюрпризами. А уважаемые гости подсказали, как это сделать правильно, отметить праздник 40 в соответствии с традициями и в ощущении единения с предками. С вами была Елена Троценко. До следующей встречи!